Прокуратура заставила департамент образования Омска отремонтировать школу, в которой было опасно учиться. Только после судебного решения чиновники начали работу. Капитального ремонта в 88-й гимназии не было с момента постройки, больше 60 лет. То, что в школе находиться опасно для жизни, показала проверка, которую провели в начале прошлого года. В прокуратуре говорят о результатах проверки, знали в мэрии Омска, но деньги на ремонт не выделяли, подвергая опасности учеников и персонал. Сейчас все нарушения устранены.